Welcome, 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 дорогие друзья, это с вами Виви, и у нас что? Ой, у нас ухо чешется. У нас счет 2-0 в пользу команды Top Esports, в пользу команды Edward Gaming. Полуфинал нижней сетки, ну, либо финал лузеров, можете его так называть еще. И у нас встречаются как раз коллективы, которые... Один из которых уже едет на чемпионат мира, и второй, который уже является чемпионом мира. Правда, им бы хотелось поехать снова на чемпионат мира, а для этого им нужна сегодня только победа. Ведь если Эдварды сейчас проиграют, то автоматически команда JD Gaming, которая на данный момент в финале находится, и которые победили Тессов со счетом 3-2, они ждут, от этой игры зависит, поедут они на чемпионат мира или нет. Потому что Тессы едут на чемпионат мира уже давным-давно. У Тессов второе место в прошлом сплите было, минимум третье место в этом сплите, поэтому они автоматически по очкам туда отправляются как команда номер 2. По драфту у нас появилась Вай. Чем-то изменили свой драфт команда Evil Geniuses, хотел сказать. Edward Gaming, они добавили себе Atrox и добавили Вай. Неплохая комбинация. Все остальное оставилось вроде как прежде. Ну, кроме Рейкана. Рейкан плюс Севирка. Ну, это потому что Вай есть. Через Вай очень хорошо прыгать на Рейкане. Юми была использована в другом месте. Тессы чем-то напоминают ГГ. Чем? По-моему, они ничем не напоминают ГГ. Они даже играют хуже, чем ГГ. Но, опять же, они играют хуже, чем ГГ, именно относительно своих ребят. Лулу, Зери, ботлейн команды Top Esports, Азир, Вуконг и снова Гнар. Вот такой вот у нас драфт. Те же самые чемпионы, только в профиль. В этот раз полностью, по сути, даже драфт команды Edward Gaming себе забрала команда Top Esports. Забавно, что Эдварды решили не отходить от драфта с синей позиции и на ней так и остаться до конца. Найгарен, я тебе еще раз говорю, мне нужен тогда логи из игры. Они в папке апдата находятся. Если не знаешь, где находится папка апдата, я потом тебе скину. Ну и настройки твоего компьютера. Видеокарта у тебя 1050, ты сказал. Надо, кстати, мне на втором компьютере проверить тоже будет игру. Ентова я не делал. Спасибо за подписку на канал. Спасибо вам, ребят. Братишки. Ради того, чтобы спамить смайликами и за ней Ливен Блад Райл ПС разобрался немного с Киви. Ну, наконец-то разобрался с Киви и закинул смайликами нас. Хорош. Можешь 26 сантиметров еще кидать. А или не можешь, потому что там, по-моему, другой тир. Там, по-моему, другой тир. Ну что ж, по драфту я лично считаю, что в этот раз у команды Top Esports дико сильный драфт в лейте. И проценты можно оставлять те, которые есть. 55, 60, 30. Все так и осталось. Команда Тесс, кстати, все три игры играет через лейт-гейм. Команда Edward Gaming все три игры играет через среднюю стадию игры. И ни разу у них не получилось этого. Это странно. Но я по поводу того, что они решили остаться на своем идентичном драфте. Ну а у нас получается запуш идет от Найта, скаут под вышечку сразу идет. Можно как-то наказать Найта левела 2 гангом от Джей-Джея, но там Бард стоял. Решила Вай не пропускать один кемп ради потенциального ганга, который вряд ли бы получился из-за Барда. Не, чисто окна забирая все игры. Нет, ты, конечно, молодец, что забираешь, но если у тебя баг есть с визуальным определением, то нет смысла их все показывать, это все равно один и тот же баг. Надо просто понять, в чем проблема, а для этого нам нужны логи игры. Так что лучше собирай лог игры и скидывай нам.
И мы тогда это исправим. И на других видеокартах уже этого бага не будет. Но это плохо. Это плохо. То, что, видите, визуал не срабатывает. Тян спускается. Ну, там по вардам, да, он потратил темповый выход на краба. Решил сразу синий баф не забирать, но от этого ничего не потерять, потому что вот он сейчас забирает чуть-чуть. Прокликивает потенциально, где находится Вай. Вай поставила варды. Азир говорит, у меня все хорошо, я, если что, спокойненько убегу. Вай проверяет этот кемп, теряет, откровенно говоря, время. И надо было и сразу уходить на рекол после забирания краба, поставить вард просто вот на точку Вуконга и сразу уходить на рекол. Так надо было делать Вай. В итоге Вай, получается, ошиблась. Много времени потеряла ни на что. Но, с другой стороны, она могла остаться наверху и ждать появления големчиков. И сейчас бы она их забрала. Но, правда, тогда бы на своих големов могла не успеть. Просто Вай чуть-чуть медленнее фармится, нежели Вуконг. Поэтому она своих големов пропускала, чтобы быть с ним по одинаковой скорости. Пум. Пум. За кого болеем? Давайте за 3-0 болеем, чтобы быстрее закончилась сегодняшняя серия. Потому что я смотрю корейскую серию, людям было интересно посмотреть. А вот Китай людям совершенно не интересен. Все уже занимаются кто своими делами, кто ушел от компа. Донатиков больше не летит. Скаут идеально залоскитил. Крипов этих подвышка. Но так у него 32 фарма на 41. Сколько же он пропустил, получается. Фландер фризит линию. И туда Вай смещается, чтобы наказать Вейварда. Вай Джей-Джей сюда подходит. Вейвард пытается разбить пуш. Потому что Тян говорит, я сейчас подойду. Но Тян слишком поздно сюда идет. Вай его увидела. И зазывает сюда еще одного игрока. Плюс Тян проверяет. Видит здесь... да. First Blood. Видит здесь Ари, но слишком поздно он это видит. А с телефона можно с вами смотреть? Да. Точно так же внизу. По ссылочке проходишь, там откроешь две ссылочки. Окна будут. Выберешь одно окно, которое смотрится. Со второго будет просто идти звук. Бум! Подкидывание. Флеш-чарм. Мне кажется, можно было без флеша скауту даже чарм прописать. Он немножко здесь перемудрил с флешом. Подкидывание. Забавно. А про то, что он подкидывает, тут же отпрыгивает назад. И восстанавливает здоровье. Такой чемпион. 1-0. Вейвард просит о помощи Тяна. Тян ему расставил варды и говорит, я больше тебе помочь ничем не могу. Придется дальше играть самостоятельно. Максимум, что могу сделать, это мы запушим подвышку крипов. Но Фландер все равно потом зафризит. Фландер просто выбежит вперед крипов. Примет их на себя урон. И никак Гнар не сможет это нормально отпушить. То есть ему нужна была именно здесь поддержка. Так Гнар купил себе нинджа тапки, нормально себя чувствует. На ботлейне равенство по фарму. На мидлейне давление идет по скауту. Найт его неплохо перефармивает. Ох, это и все. В общем-то и все здесь. Больше пока не на что обращать внимание. Вопрос только, почему Вай не воспользовалась сейчас сразу забиранием дракона. А тянет это время. Да, в итоге она реколится. И походу команда Edward Gaming собирается играть через Геральтку. Карточки будут? Будут. Давай сначала разберемся со всеми багами и будем постепенно это все. У нас есть на то, чтобы разобраться со всеми багами, дней 10 где-то. Чтобы в демо не было вот этого всего. Потом выпилим версию еще одну с еще большим количеством картинок, которые доделаются.
Ой-ой-ой, пришлось флеш нажать. Что-то как-то у тестов совсем все плохо в этой партии. Вот как назло, когда начал за них болеть, они начали сливать. Тян говорит, не, мы этого, эту геральтку не заберем, в них идет инициация. Вейвард погибает, подкидывание идет по еще и Вуконгу, его тоже убивает. Ну, не, ну это продажа, это реально продажа, ребят. Это продажа. Забейте, это просто продажа идет. Вот поэтому я не хочу Китай смотреть. То есть команда доминировала соперника. Ну и... А это что такое? Куда они сейчас идут? Они вдвоем против четырех идут. Ну что ж, давайте посмотрим на этих героев. Что же эти герои могут продемонстрировать. Например, может подойти и нажать ульту. Джеки Ло флешнуться вперед и начать стрелять по крипам, по всем, кого видит. Бегать по всем врагам. Еще одну автоатаку, делает это до убийства. Погибает невероятно. А Марк решил забежать внутрь. Геральтку-то подняли. Геральтку поднял Авай. Тян здесь, делает инициацию. Цепляется за Вайпера. Нет, это не продажа. Все серьезно. Подкидывание еще до убийства. 4-2. Никаких 3-2-2, ребят. Серьезный геймплей. Ой, попрощаемся с Тяном. Да. А ведь можно было красиво переиграть сейчас оппонентов. Можно было нажать якобы прыжок через стенку, а самому забежать в кустики. Оппоненты бы прыгнули туда, оба. Не проверяя даже, есть там кто или нет там никого. Не. Устали Тессы, просто устали. Ну, забавно, что Джеки Лоу вместе с Марком пришли сюда вдвоем против пятерых воевать. Остановили Рейкана прыжок. Джеки Лоу тут попрыгал, попрыгал. Мэйка убить успел. Но потом все же скончался. Ну и дальше Тян, смотрите, делает килл, но потом он понял, что килл делать нельзя, матч-то продажный, и он такой, блин, надо где-то отдать килл, пойду-ка выхлесу фигней пострадаю. Спать хочу. С 6 утра, ребят, не спим, переживаем за Лигу Легенд и будущее страны. Лига Легендской. Видимо, тест решили снова поиграть со счетом 2-0. Ну да. Ну и либо... Сейчас на топе вышку убьют, а здесь снизу побьют. И может быть тавердайв будет, но... Ушла Ари вниз, Азир это все дело видит. Прокликал в своей команде, но все равно Вуконг там стоит на низком старте для тавердайва, насколько я вижу, да. Поглядывает, поглядывает. Дает автоатаку, прыгивать пока не решается. Вот наконец он впрыгивает, дает подкидывание. Рейкан останавливает Тяна. Все это время Джеки Лоу в одиночку зарабатывал деньги. Вейвард немножко тут подфризил крипчиков, но они, к сожалению, дошли уже до вышки. Лейт за тест же. Да, лейт-то за тест и до этого был. Я же говорю, у них во всех трех играх я практически эти проценты не менял. Они так и драфтились. Три игры, они так и драфтились, ребят. Просто с таким же драфтом они до этого так не играли. Ну, кроме первой игры, они там на 9-й минуте тоже проигрывали 3700. Меня кто-то покусал. Золотишко. Ладно, немножко отыгрывают золото. 3500 стало с минус 4000. У них на топе катастрофа, там минус 30 фарма. А так остальные игроки вроде что-то еще могут себе представлять. Фландер увидел Тяна. Тян отпуливает красный баф. Фландер обошел все это. Выходит, дает подкидывание. И Вуконгу надо бы смайт нажать, но смайта нет. Красный баф забирает Азир в итоге. Ну ничего страшного. Хотя бы Азиру достался.
Правда, азирские солдаты передать красный баф не могут. Джеки Лоу соло килл пытается сделать против Северки. Северка нажимает ульту, Джеки Лоу гонится за ней, нажав свою ульту, и делает соло килл. Выдает дабл и прячется под вышку, чтобы его не затавердавили. Лулу там бежит ему помогать, но ребята из Эдвардов уже забили. А Северка такая, ну и ладно, мол, говорит. Умерла и умерла, ничего страшного. Главное, что побила пластины. Она, кстати, пластину там сняла. Ой. Ой. Ой, все, ребят. Поднимите руку. Те, кто вечером будет смотреть стрим. Вечером имеется в виду где-то в районе 8:30 и позже. Потому что я чувствую, я сейчас после этой игры, если будет 3-0, надеюсь, пойду в магазин, а потом посплю часика 2. О, 2 человека будет смотреть, отлично. 2 человека — это уже хорошо. Вот, а теперь вы 2 человека, которые будете смотреть стрим. Будете ли вы смотреть, если я буду играть в Warcraft? Я хочу в нормальный ладдер поиграть, где стратегия, пацаны, где мужики играют, а не эти ваши дуоботы. Какие-то другие люди начали говорить «да», а те люди, которые будут смотреть стрим. Зачем мне те люди, которые не будут смотреть стрим, пишут «да»? Вы не собирались смотреть стрим? Я не понимаю выбор скаута. Почему в этой игре он играет с аркан кометы и другим вообще предметом? Даже интересно. Мне надо только единственное... пароль вспомнить от аккаунта Близзардского и залогиниться в него. Тян уворачивается от всех заклинаний, и они решают просто вышку сломать, хотя их трое было против Ария. Чё? 3 человека против Ария, один из которых — это Лулу. То есть вы умереть никак не можете, но они решают не делать Tower Dive по Аре. Не снимать с нее флеш с остальными заклинаниями. Странно, странно. Хума сейчас в упадке сильных игроков. Ну вот и увидим, насколько Хума в упадке. Что там реально у хумонов нулевая статистика? Там, может, не хуманами играть? Я еще эльфами могу. И андедами. Орками мне никогда не нравилось. Орков я умел только одну стратегию играть. Форсир СХ, либо Форсир Панда и Массейр. Я только это умел играть. Но она слишком часто контрится. И я еще не любил орков играть из-за чертова орк на орк Миррора. Это такая энскильная херня. Это просто ужас. Это тупо кому повезет с предметами. Это такой бред. Орк на орк я ненавидел больше всего. Undead на undead — это круто. Хуман на хуман — это вообще элита. Хотя многим считается это скучно. Ну, возможно, смотреть это скучно, но играть в это очень интересно. Потому что это реально стратегия. Это шахматы. Хуман на хуман. А орк на орк — это просто... У него 3 когтя, а у тебя 2 серклетки. Все, ГГВП, интересная партия. Игра закончилась, типа. Вы даже не встретились с ним, а просто матч закончился уже. Можно не играть дальше. Ему выпало 2 когтя, тебе 2 серклетки. А там бывали случаи, когда и 4 когтя выпадало, те 2 серклетки и какой-нибудь бутылек хренов. А там плюс 6, плюс 6, плюс 9, плюс 15. Не, плюс 15 на обычных картах не выдавали, плюс 12 там был. И все.
И оппонент может просто ходить одним блейдмастером и хилять его только. Забивая вообще на всех остальных юнитов, просто хилять только блейдмастера. Там блейдмастер с одной автоатаки по 350 урона наносит по всем юнитам. Не, ну все равная была игра орк на орк, то она была интересная. Но такие очень редко происходили, потому что вероятно, что выпадут два одинаковых предмета гораздо ниже, чем то, что будут выпадать разные предметы. А когда выпадают разные, уже дисбаланс. Близзарды даже, кстати, об этом думали. Сделать, чтобы выпадали предметы одинаковые. Я помню, они на форуме даже поднимали эту тему. Что они хотят добавить одинаковые предметы, чтобы выпадали. То есть в игре, мол, триггерится при загрузке, какой предмет выпадет из того или иного юнита. Он будет рандомно триггериться, но он будет триггериться. И так получится, что у всех будет одинаково. Потом они поняли, что это чушь. И отказались от этой идеи. А чушь эта идея, потому что в Миррорах это еще честно. Но не в Миррорах это совершенно нечестно. Да-да-да, ему аура вампиризма, тебе аура меткости, удачи просто. Кто не знает, аура вампиризма, она дает вампиризм всем ближнебойным юнитам, а аура меткости увеличивает урон всех дальнобойных юнитов. Ну и вот и думайте, у орков много дальнобойных юнитов? Ну, сейчас, кстати, орков играют часто через как раз-таки хедхантеров. Но раньше-то их играли только через мили юнитов, ну и кадоя. Который считается дальнобойным. Пока я это рассказывал, ребята, у нас здесь топ-испорцы потеряли двух бойцов на топе, но пытаются убить одного бойца здесь, и это какой-то 3-2-2 матч. Не, ну забейте, это 3-2-2. Если кто-то мне скажет, что это не 3-2-2, я плюну ему в лицо. Команда, которая выиграла две игры чуть ли не разгромом у Эдвардов, только что забрала их драфт себе. Помните, я это говорил? Я сегодня это говорил во время матча Корея. Две игры подряд они делали драфт один. И с этим драфтом побеждали. Никаких банов своих чемпионов они не получили. И в третьей игре они решают играть драфт своих соперников. Они пикают себе Гнара в этот раз. Они оставляют Гнара сопернику. Они пикают себе Азира в этот раз. Они оставляют Азира сопернику. Они пикают себе Зери. Они оставляют Зери сопернику. И начинают играть как какие-то ушлепки. Не следят за карты, где-то всегда оверэкстендят, какие-то непонятные колы делают. И вроде ты их обвинить не можешь, ну а вроде и можешь, потому что... Что происходит? Вот что это такое? Почему Лулу не дала полиморф, а? Где полиморф? Лулу, где полиморф? Нет полиморфа, закончился полиморф. И сейчас не дала полиморф. Нет, это намеренная отдача. Райты, вот здесь реально райты подошли и сказали, 2-0 нельзя. Нужен как минимум 3-1, а желательно 3-2 счет. Все. Делайте, что хотите. Тренеры подошли друг к другу, пожали руки, сказали, ладно, я заберу твой драфт. Мои дебилоиды его проиграют, а ты бери, что хочешь. Я не поверю точнее, я поверю, что это не продажный матч, если они сейчас заиграют и, ну, вокруг Зери как-то. Show must go on. Причем они реально мусор делают весь матч. Они ни одного адекватного действия не сделали в этой игре. Тогда сейчас во время перерыва, ребят, пойду в магазин. Чуть-чуть опоздаю на начало, но надо сходить в магазин, потому что я потом после игры не хочу идти. Схожу так, как одет, там на улице 32 градуса, просто даже переодеваться не буду. Потный, вонючий, пойду в магазин с авоськой, пусть думают, что я алкоголик. За шампусиком еще, да-да-да.
Не, ну да, они правдивые игры. Ну, посмотрите, какие оверэкстенды. Гляньте на эти оверэкстенды. Ни одного варда нет у Азира. И Азир находится где-то в жопе мира. Ни одного варда у него не было. То есть его поймали, и он даже не знал, что его ловят. Сейчас он типа пытается убежать. Ну, очевидно, что ты уже никуда не убежишь. То есть, как это происходит? Почему это сулакушная смерть? А где эти смерти были до этого? Где команда Тест, та, которая ловила игроков под вышками оппонентов, которая не давала по макро играть Эдвард Геймингом первую партию? Помните, когда Эдвард Гейминги попытались по макро поиграть? И растеряли весь свой перевес. Да, грустно, грустно. Ну, радует одно, на чемпионатах мира не бывает продажных матчей. Не, ну ему надо нам скинуть настройки своего ноутбука полностью. Так, у нас здесь проблема, я там читал просто, что было написано. Вуконга поймали, он решил не нажимать ульту, не нажимать флэш и даже не нажимать клона. Вот. Решил так Вуконг сыграть, чтобы точно умереть. А у него еще и Жоня была, ребята, это интересно. У Вуконга еще и Жоня была. С другой стороны, на Нашору Вуконг успеет появиться. Найгарен, скинь мне настройки своего компьютера. Ну, то есть, все характеристики. Ну, в ВК скинь мне все. Если в ВК не можешь зайти, в Инстаграм или в Дискорд. И логи скинь. Надо будет это все исправлять тогда. И потом будем по твоему конкретно компьютеру смотреть, получится ли это запустить. Челлендж играть без кнопок. У него челлендж умереть 10 раз в матче, походу. Зарище тоже ни одной W не попало за весь матч. Вот сколько смотрю, Джеки Лоу кидает, но ни одной не попал. О, попал. 3-2-2, кстати, вылетело. Символично. Символично 3-2-2 вылетело. W. Нет, они стартуют на Шора. Но передумали стартовать. Возвращается команда Тест на мидлейн. На них выбегает. Северка дает ульту. Ускорение. Погоня. Ловит Найта. Тян делает дисенгейдж через свою ульту. Чарм по Азиру. Азир такой, я не буду нажимать R. Вот хоть и бейте, не хочу нажимать. Ой, хочу! Хочу! Еще как хочу! Нажимает Джекилл, вперед, прыгает, пытается добить скаута. Скаут уходит в Жоню. Надо его добить еще одной автоатакой. Есть ли возможность у Джекиллу это сделать? Возможность есть, рук нет. Или есть руки? Джекиллу говорит, я не продажная сука. Я буду играть до конца. Он единственный, кто трайхардил в этом партии. Единственный, кто пытался играть, в отличие от Тяна, Вейварда, Найта и даже Марка. Джекилу делает камбэк своей команде, убивая всю команду оппонентов. И после этого отправляет их на Нашора и говорит, да ну забирайте Нашора. Джекилу никто не занес. Джекилу не занесли, ребят. Вот вы увидите, после матча на лицо тренера смотрите. Так, давайте смотреть повтор. Врыв Эдвардов. Цепанули Найта. Найт отпрыгнул. Еще раз цепанули, он отфлешился. Вуконг сделал дисенгейдж. И теперь следим за Джеки Лоу и его дэмэджем. Он дает ульту и начал бить Фландра.
Мейка почти уже погиб. Подкидывание Азир нанес урон. И в этот момент там Гнар очень сильно продамажил остальных. И здесь Азира так и не отменили. И Азир много дэмэджа наносит, делает рывок вместе с Тианом и добивает. А потом они осознают, что здесь для Джекилова еще остались игроки. Свою долю не получит глупец. Так ему и не заносили. Так, ладно, что тебе откуда заливать? Ну, сначала характеристики компьютера из Properties. И видеокарту тоже отдельно из Properties покажи, чтобы мы прошивку ее увидели. Можешь загуглить, как показать настройки компьютера. Характеристики, точнее, компьютера. Два этих скриншота. А потом тебе надо в app-дату попасть. В папку app-дата, которая находится в юзерах. Если знаешь, где она, иди туда и там находи программку godot. И в этой программке godot будет находиться OneEleven. И там будут логи у OneEleven. Если не знаешь, где, тоже загугли. Ну или кто-то в чате, помогите человеку. А у нас минус 6000, но наш урбаф у команды Top Esports. И матч вдруг перестает быть томным. Вдруг мы на полном серьезе начинаем думать о камбэке. Ведь команда Top Esports установила рекорд чемпионата Кореи. Они сделали камбэк с минус 13000. Они же это сделали, да, против JD Gaming. С минус 13 тысяч. Или это JD Gaming сделали против них. Я что-то забыл, кто против кого сделал. По-моему, они сделали. Ну, не совсем Зерри. Зерри под Лулу, я бы так сказал. Фландра видели? Видели Фландра? Фландра видели? Он решил фейсчекнуть. Полиморф, подкидывание. Что-то подкидывание. Минус Guardian Angel. И Вайари уже не здесь. Это минус Фландр. Фландерса не убили? Что? Азир такой, я не буду давать ульту. Пацаны, ну я не буду. Ну, просите, не просите, я не буду давать ульту. А его просят, а он говорит, а я не буду. И у нас бэкдор. Одна команда пытается разбить здесь, другая команда пытается разбить мид. Но наш шор закончился, поэтому Тессы только вышку смогли сломать, как и вышку потеряли. Так могли бы еще Атрокс поймать. Маяка спускается, видит Вейварда. Просветка пошла. Вейварда просветка не зацепила, но куча народу летит ловить его. Погоня, Вейвард уже обречен. Его нашли, его сожрали. Гнара сожрали ребят, который не сриколился со своим коллективом. Но потрачен был телепорт, потрачено было несколько ультов. Зерри ничего здесь не заработала. Зерри к Guardian Angel уйдет. Не уверен я, что это хорошая идея с ее стороны. Пау. Ой, Найт забрал. Ну 30% лайт, ты же сам говорил. Не-не-не. Я-то говорил, но я же тоже не дурак, и я вижу, когда команда начинает уже сливать партию. То есть камбэк — это когда камбэк. Здесь камбэк был вот на том сражении, можно его засчитать как за неудачное для команды Edward Gaming, когда они вместо того, чтобы забрать нашоры, решили напасть на мидлейне. Сейчас вот будет следующее сражение за душу дракона через 52 секунды. Если будет. Эдварды как шакалы заходят в чужой лес. Пытались найти соперника, не нашли. Гнар почти стал мегагнаром. Это и хорошо, и плохо. Плохо то, что он уже стал мегагнаром, а ему стаки надо еще где-то тратить. Расставлена куча пинг-вардов. Поставлена вышка Азира. Позицию они, конечно, захватили, но врыв не делают. И Гнар теряет свою мегагнарность.
Надо теперь всех крипов оставлять Гнару, чтобы он их настакал. Противник пытается утащить здесь крипов, но молодцы Тессы не пускают их к этим крипам. И теперь у них есть хороший подпуш на мидлейне. Но вы только разменяете дракона на вышку на мидлейне. Вы уверены, что хотите это делать? Пока говорят, что уверены. Мейка замедлили. Два игрока из команды Эдвард начали реколиться. Еще одна вышка. И ингибитор очень быстро забирается. Про бэкдор я уже говорил. В Лиге Легенд бэкдор это просто... Все умирает за одну секунду. И идут к Нашору. А вайп все еще забирает дракона. Информацию только что получили Тессы. О том, что дракон был только что забран. Следовательно, вайп была там. Ну и она сейчас показала свое местоположение. И Тесса всей команды передвигается в сторону Нашора. И сейчас будет по ходу битва. Марк поставил пинг. Вырубил все варды. Дабл ее. Не попадает Джей-Джей. Джеки Лоу выскакивает. Ничего не боится. Вард выбил. Джеки Лоу пошла ульта. Он ослашивается. Заходит внутрь. За него куча народу. Залетает. Подкидывание счета. Подкидывание. Но он все еще жив. И попадает Гардиан Энджел. Азир, где же твой дисенгейдж? Тот твой как нужен. Он его делает. И Зери жива. Зери стреляет. Ее не убить, ребят. Теперь второй раз вы ее не убьете. И Зери делает пентакил. Нет, трипл килл. Какой пента здесь? Азир сделал одно убийство. И Мейка тоже сейчас убьют. Камнем по голове. Не, Вейвард уже будет бумерангом кидаться, флешится, дает замедление, ловит свой бумеранг собственно, чтобы ускориться и гонится за Мейка, кидает снова бумеранг мимо, но пассивкой добивает, и это эйс в пользу команды Top Esports и победа 3-0, и я могу идти спокойненько в магазин, не переживая, что на перерыве вы будете скучать без меня. Guardian Angel зарешал, я был неправ. Guardian Angel, который успела собрать, зарешал. 3-2-2 матч получается. Выигранную игру Эдварды отдают Тессам. 3-2-2 матч. Ну что ж, Эдварды чемпионы мира пока все еще в подвешенном состоянии. Они пока все еще не едут на чемпионат мира. Как вы можете понимать, давайте я вам покажу табличку. Им придется играть теперь дополнительный турнир, в котором они будут играть с командой Royal Never Give Up. Вот здесь вот. А команда Victory 5 будет играть с LNG. У них матч на вылет, здесь матч на победу. И после того, как кто-то из них проиграет, он отправляется сюда. А здесь победитель отправляется сюда. И здесь будет тоже матч на победу. На поездку на чемпионат мира. Всего два слота разыгрывается в этом мини-турнире. На четыре команды. Ну а остальные, получается, два коллектива уже известны. Это команда JD Gaming и команда Top Esports, которые, в общем-то, были JD Gaming здесь и Top Esports были здесь. Первое и второе место чемпионата. Оба коллектива так и остались первыми и вторыми. И по итогу плей-оффа. А рояльцы от Эдвардов отлетели, но у них есть шанс реабилитироваться и снова с ними сыграть, а в этот раз показав другой матч. Эдвардам тогда потом придется играть с LNG и Victory 5, которые вот здесь вот проиграли LNG и довольно рано вылетели. Хоть и видно было, что Джеки Лоу тяжело играть на Зере, но он справился. Меня больше смущает, зачем вы отказываетесь от того драфта, который вы делали две игры подряд и идете в драфт оппонентов, не поменяв ни позицию, ничего, и мучаетесь. Мне это совершенно не ясно. Ну а так все. Ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы ничего не пропускать.